Но тем не менее, наш дом пользуется у жителей города особой популярностью, это очевидно. Во-первых, сайт – это своего рода интернет-приемная администрация Тюмени. Почти все публикуемые там жалобы находят отклик властей. Во-вторых, дискуссионная площадка, где решается, как сделать жизнь в областном центре комфортнее. О чем мечтают и от чего недоумевают тюменцы? Страницы портала перелистал Владимир Поротников. Здесь, видите, даже вода капает. Все стоит, вода, то есть вот оно все здесь. Вот вода. Сырость в квартире Елены – побочный эффект капитального ремонта крыши. Пока он шел, рабочие раз пять учиняли в доме потоп. Трижды забывали шланг в бочке, уходили просто, ну, вечером. У нас текла вода здесь, то есть была, то есть фалангу пальца была, стояла вода. Мокрая эпопея закончилась, когда собственники жилья разместили на портале «Тюмень наш дом» жалобу на нерадивых строителей. Те тут же исправили все свои недоработки и, несмотря на проливные дожди, закончили капремонт крыши. По графику чистили снег, но снег подваливал каждый день, так что работа вроде и не виднелась наша. Очередная попытка оправдаться за сугробы во дворах или нечищенные от снега улицы. Коммунальщики и дорожники – частые фигуранты в жалобах горожан, размещенных на портале «Тюмень наш дом». К работе этих служб на сайте самое пристальное внимание. Здесь не только можно узнать о планах благоустройства и строительства, но и как они реализуются. У нас есть портал «Тюмень наш дом» городской. В первую очередь тюменцы обращаются на него, потому что там сразу же возникает обратная связь. Эту проблему решаются быстро. Впрочем, прием жалоб не единственная функция сайта. На его вкладках можно узнать и о работе спорторганизаторов, и о выгуле собак. Здесь же можно поделиться своими идеями о том, как украсить город к его дню рождения. И эта информация пользуется спросом. В год на сайте фиксируется свыше 1 миллиона просмотров. Представлены все проекты и благоустройство двора, и малых архитектурных форм, и вообще технологии, которые применяются на улицах. Нам очень важно сегодня, чтобы воочию увидели вообще действительно, что предлагается в городе Тюмени. Он создавался как интерактивная платформа для участия граждан в местном самоуправлении. И, похоже, цель достигнута. На портале «Тюмень наш дом» уже зарегистрировано более 22 тысяч пользователей. При этом 9 из 10 проблем, о которых горожане написали на сайте, решаются в самое короткое время. Владимир Поротников, «Тюменское время».